О, вот тут слайм в баночке с белой крышечкой. Он розового цвета с кондитерской посыпкой. Давайте же скорее его посмотрим. Ой! Мне кажется, это будет просто супер кранчи слайм. Посмотрите, сколько тут шариков. Ребята, всем привет! Сегодня я вам покажу обзор на подарки моих подписчиков. Ну, точнее, не на подарки, а на слаймы, которые вы подарили, потому что в основном там были подарки, где были и слаймы, и какие-то еще вкусняшки, или какие-то приколямбы. Но я это все отсортировала и вам покажу сегодня один из множества пакетов со слаймами. Я не знаю, сколько их там, поэтому обязательно считайте, сколько я слаймов в этом видео распакую, и правильные ответы я буду лайкать. Ну что, и давайте скорее начинать, но перед началом этого видео обязательно подпишись на мой канал, если ты до сих пор не подписан, а также активируй колокольчик, который находится рядом. А теперь начинаем! Ах да, кстати, подарки-то со сходки, которая проходила в Санкт-Петербурге позавчера, получается. Итак, у меня очень много подарков было, я вам показывала в своем лайки-аккаунте, и в Инстаграме сторис тоже показывала, какая же была огромная куча этих подарков. Я почти за целый вечер разобрала все подарки, я люблю так делать, знаете, рассортировать все подарки по тематикам. Например, я взяла большие пакетики, ну как обычные пакетики подарочные, в которые складывала только слаймы, которые вы мне подарили. В другой пакетик я складывала только вкусняшки, и там целый пакет просто шоколадок. Спасибо вам огромное. И также там были всякие приколямбы по типу канцелярии. Так вот, у меня получилось, сейчас скажу вам, сколько пакетов со слаймами. 4 пакета вот таких вот. То есть вот пакет, который даже в кадр не влезает. И я взяла один из них, и сегодня мы с вами посмотрим вот часть слаймов. Кто полет, тот попадет. Правда, там были почти на каждом, ну, рядом с каждым слаймом в пакетике лежали какие-то записочки по типу, от кого этот слайм. Но, к сожалению, я это сейчас уже не смогу возобновить, потому что это будет очень трудно, потому что я все разбирала. Вот, поэтому давайте начинать уже смотреть слаймы. Первый слайм, который я достаю, выглядит вот так. Он такой маленький, зеленый, давайте его открывать. Пахнет он, кстати, зеленым яблоком, такой вкусный запах. И слайм очень прикольный, ребята, вау. Он очень классно сизлит, то есть хрустит. Это баттер слайм, в котором есть пенопластовые шарики крупные, но они немного выпадают, но он очень классный. Слушайте, ну это реально классный слайм. Ему я ставлю оценку 10 из 10. Тут еще есть какие-то блестюшки. Короче, слайм классный, спасибо огромное. Буду с этим слаймом частенько играть. Следующий, это вот такой фиолетовый с пенопластовыми шариками. Это прозрачный слайм. Он очень маленький и еще рвется немножечко. Ну, он такой, знаете, как китайский лизун. А еще в нем есть какая-то штучка. Наверное, это Шопкинс, я не знаю, что это, но это такой кристаллик. Прикольный слаймик, у него классные блесточки. Еще один зеленый слайм. Я уже вижу, что тут есть добавки слаши. Вау, какая необычная текстура. Этот слайм пахнет чем-то странным. И да, действительно, в нем есть добавки слаши, и он прям такой очень-очень кранчи. Его нужно порастягивать, и тогда он будет классно хрустеть. Давайте это и сделаем. Он зеленого цвета, тут есть еще Фима яблочки. Давайте похрустим. Хрустит он очень круто. Вот тут написано лайки ID на этом слайме. Давайте его распакуем. Ой. Он весьма странный, потому что тут... Ой, он что-то... В каких-то моментах он липкий, как будто просто клей. В каких-то моментах он очень жесткий. Давайте попробуем перемешать это. Он классно хрустит, вот после перемешивания слайм стал очень классной текстурой, наверное, так и было задумано. А еще тут есть шармик, ананасик, очень красивый. Если что, вы можете даже считать, сколько слаймов мы за этот выпуск, так скажем, откроем, и пишите в комментариях ответы, потому что я не знаю, сколько мы откроем. Вот такой слайм, очень красивый, тут блестки, шарики, звездочки. А, еще тут что-то есть. Еще маршмеллоу шарики. Вау, очень красивого цвета к тому же. Правда, пахнет чем-то странным, типа мыло, но все же этот слайм очень красивого цвета, дизайн его бомба. Тянется хорошо и хрустит тоже. Мне кажется, это будет просто супер кранчи слайм. Посмотрите, сколько тут шариков. Он на прозрачной основе. Еще тут есть Фима конфеток и бусинки. И еще шармик M&M's. Смотрите, я его чуть ли не заметила. Он очень красивый, смотрите.
А еще круто хрустит. Этому слайму я ставлю лайк. И пахнет он немножечко зубной пастой, но все равно у него очень классная текстура и шармик крутой. А, шармик МНДМС еще и в форме Микки Мауса. Вот это вообще комбо. Слаймик-малыш голубого цвета, распаковываем его. Это оригинал. Он очень хорошо тянется, прям вот знаете, такие слаймы. Есть такая категория слаймов, которые просто вот хочется все время растягивать. И вот этот слайм относится к этой категории. Я не знаю, из какой марки клея сделан этот слайм, но вот у меня уже много было из такого клея, слаймы, от подписчиков. И все время они очень круто хрустят. Вот такой слайм с градиентом очень красивым. Наверное, тоже оригинал, да. На самом деле, от подписчиков слаймы многие очень похожи между собой по текстуре. И вот эта текстура мне тоже очень нравится. У меня много осталось еще таких слаймов со Slime Playfest'а. И с разных других сходок я вот с такими слаймами постоянно играю. Вот прям вот с точно такими же. Еще и цвет красивый получается. Мне вот нравится вот эта консистенция. Слаймик в такой вот штучке. В капсулке. Тут есть слюда, он фиолетового цвета. Хорошо тянется. И даже немножечко хрустит. А еще вкусно пахнет. Эта девочка, наверное, сама сделала слайм, но просто положила его в такую баночку. Давайте его откроем. И посмотрим. Он темно-фиолетовый, с блестками, очень даже красивый. И вкусно пахнет, и очень приятный на ощупь, знаете ли, такой прям вот... Его очень приятно растягивать вот именно в пленочку, вот так вот. А потом хрустеть. Шикарно. На самом деле запах у него очень странный. Ну такой вкусненький, но при этом непонятно, что это за запах. Пакетик постепенно становится пустым. Тут такой слайм вот. Очень красивый градиент. Еще я там уже почувствовала шармик. Ой, такой бантик милый. Смотрите. Слайм похож, знаете, такой дизайн под названием Cotton Candy. Типа голубой и розовый. Объединяется. Очень красиво выглядит это все. Это кранчи слайм. И он так, ну, не сказать, что сильно-сильно хорошо тянется, но он все-таки не рвется, смотрите. Но при этом он слегка такой туговатый. Но мне нравится его жмякать. А пахнет он пеной для бритья вроде бы. Клер слайм с облачками. Такой минималистичный. Давайте его потрогаем. Тянется он хорошо. Хоть и немного рвется, но он хороший. И очень красивый. Тут еще есть пенопластовые шарики. Все хорошо друг с другом гармонирует. Нет ничего лишнего. Ну такой прям минималистичный слайм. Хотя смотрите, сейчас он вообще не рвется. Мини-мини-мини маленький слаймик оранжевого цвета. Тут, наверное, миллилитров 50. Оранжевый, яркий такой прям. Очень классно тянется и хрустит. Я по-быстренькому все распаковываю, чтобы сильно надолго видео не затянулось. О, вот тут слайм в баночке с белой крышечкой. Он розового цвета с кондитерской посыпкой. Давайте же скорее его посмотрим. Ой, пусевозочки. Вот это неожиданный поворот. Вот это было умно. Тут баттер слайм, а еще тут лежит из глины слепленный тигр. Ребята, шикарно. Так, давайте распакуем тигренка. Как это приятно делать, на самом деле, блин. Он был очень красивым, я даже это на аватарку поставлю. Это шикарно, девочки. Мне очень понравился этот слайм, хотя слайм мы еще не трогали, подождите. Ну, как бы я его уже потрогала немного для аватарки, вытащила так. Вау, какой крутой слайм. Это один из самых приятных слаймов, который я сегодня уже потрогала. Вау, обалденный. Он очень-очень вкусно пахнет, он хорошо хрустит, тянется. При этом еще и размазывается, потому что это баттер. И у него красивый дизайн, типа кондитерская посыпка и розовый слайм. Но тигра я в нем смешивать не буду, чтобы не испортить цвет. А то он такой коричневый там тигр. За счет того, что там были черные элементы и желтый сам тигр. Слайму я ставлю однозначно 10 из 10. Он очень классный. Жалко только, что тут не оставили аккаунта. Хотя, может быть, аккаунт и был. Просто он был... пакетики просто. Спасибо огромное за этот слайм, буду с ним часто играть. Еще один слайм в капсулке, наверное, от той же девочки, это который был еще один слайм в капсулке. Так, тут добавки шарики, он очень классно хрустит, хотя я его только достала. Реально круто хрустит. Обалденно. Вот такой вот слаймик тоже есть. Слайм для Кристины. Давайте его распакуем.
Слайм такой желейный, еще в нем очень много волос. Он кликает, хрустит и тянется. Но минус в том, что он не очень вкусно пахнет, и в нем волосы. В нем добавки — это волосы, к сожалению. Посмотрите, какой слайм. Я уже вижу, что тут много фима, авокадо, лимоны. Так, это баттер, наверное. Он слегка жестковат. Давайте посмотрим на шармик. Ой, наверное, эта девочка покупала... А, нет. Нет, это не шармик из моего слайма, но похож. С бутылочкой такая воды. Слайм очень красивый и вкусно пахнет, но он немножечко жестковат. Вот такой вот слаймик в таком контейнере из-под слаймик M&M's. Давайте его посмотрим. Пока что, кстати, ни один слайм не был растаявшим. Это очень хорошо. Он фиолетового яркого цвета, очень красиво, хорошо хрустит, тянется, кликает. Я ему ставлю 10 из 10, а еще он подходит к моему фону, выглядит красиво. Оу! Девочка, которая делает эти слаймы, дарила мне еще их на Slime Play Fest, и я просто... Они у меня до сих пор есть, она мне дарила баттер и клир, я с ними до сих пор играюсь, я их уже замотала, конечно, но... Она мне подарила еще баттер, и еще Клауд там был. Вот, посмотрите, какая красота. И сейчас давайте откроем сначала баттер, а потом Клауд. А, он такой же крутой, как и был тогда. Обалденно, и вкусно пахнет. Так, давайте, тут шармик еще есть. А тут такая вот, называется эта штучка меренга, короче, такая зефирка. Он очень-очень крутой, он очень круто хрустит, тянется, размазывается и пахнет. Он идеальный. Спасибо огромное, и теперь давайте Клауд еще посмотрим. Опять буду в эти слаймы залипать. И Клауд давайте тоже посмотрим. Он очень красивый. А, снизу такая крошка печенья. Так, тут еще был где-то шарик, но сейчас мы его найдем. Давайте попробуем раздризлить этот слайм. Вау, он суперский. Посмотрите, какой он становится пушистый. Вау! Сейчас мы им с вами подризлим. Я уже чувствую, что будет он дризлить шикарно. Посмотрите просто. Это идеальный Клауд слайм. А шармиком тут была вот такая вот желешка. Ставлю этим двум слаймам просто 1000 из 10. Дальше идет снэк слайм. Давайте распакуем. Тут такой и розовый, и голубенький слайм. Я так думаю, что они одинаковые текстуры, поэтому давайте, да, они одинаковые текстуры. Давайте их сразу же смешаем, чтобы было красиво. Сделать это можно вот таким вот образом. Вау. Очень залипательно выглядит. Посмотрите, какая красота. Это баттеры и очень классные. Мне эти слаймы очень нравятся, вот из этого снэка. Они просто шикарные, очень приятные, приятно жмякать. Я бы их немного размягчила, но я так и сделала. Добавлю немножечко крема или водички. И будет гораздо лучше они тянуться. Вот так вообще супер, просто лайк от меня. 10 из 10 этому слайму. А вот и еще один слайм. Такой вот трехцветный. Тут голубой, фиолетовый, розовый, очень красивый градиентный слайм. Так, это оригинал, правда... Он жесткий, очень-очень жесткий. Рвется. Тут есть шармик уточки. Также в этот слайм добавлена крошка печенья разных цветов. Или только голубая. Нет, только голубая крошка печенья. Слайм очень красивый и пахнет прикольно, но, к сожалению, жестковатый. Его можно легко размягчить и будет вот так. Этот слайм получает тоже 10 из 10 оценку. А последнее, что у меня лежало в этом пакете, это вот такие вот воздушные пластилины. Их дарили разные девочки, у меня где-то еще есть. Спасибо вам огромное за эти легкие пластилины и шариковый пластилин. Я буду их использовать в своих видосах, они мне понадобятся. Ну а на этом все, пакетик пуст. Мне очень понравились все слаймы, реально все были классные. Какие-то, конечно, можно доработать, ну типа размягчить или наоборот загустить, но в основном все очень даже круто. Вот, у нас был за весь выпуск только один Клауд слайм, и он просто шикарный. А какой из всех этих слаймов вам понравился больше всего? Пиши в комментариях. Можешь даже порядковый номер написать, если ты сможешь посчитать, сколько всего было слаймов, какой именно тот, который тебе понравился. Ну что же, ребят, а на этом данное видео подходит к концу, и я очень надеюсь, что оно вам понравилось. И если это так, то не забудь его обязательно оценить пальчиком вверх, подписаться на мой канал, если ты до сих пор не подписан. Также не забывай, что есть в других соцсетях, лайки и инстаграм, а ссылочки на них всегда есть в описании. А я вас всех очень сильно люблю, целую, обожаю, обнимаю. Знайте, что вы просто самые-самые-самые крутые подписчики в этом мире. И всем пока-пока!